Берем вступление. Еще раз. Затем указательным пальцем нужно зажать и отпустить вторую струну. Вот так. Еще раз. Сыграем вместе. Еще раз. Дальше играем вот так. Еще раз. Сыграем все вместе. Еще раз. Затем играем точно так же, но заканчиваем играть раньше. Еще раз. Сыграем все вместе. Разберем куплет. Еще раз. Горят фонари, я бы до зари с тобою мог говорить. И затем играем все снова. Но тебе снова пора, как всегда какие-то дела с утра. Разберем аккорды и бридж. Первый аккорд АМ. Второй аккорд G. Третий аккорд С. И четвертый аккорд F5. Играем только три басовых струны. Затем кладем руку на порожек, чтобы приглушить струны. Так струны будут приглушены. Играем взмахами вниз. Еще одна ночь в квартире пустой. Какой отстой, постой. Разберем припев. Пятая струна вниз. Шестая струна вниз. Пятая струна вниз. Шестая струна вниз. Еще раз. Сыграем все вместе. Стой, можно я с тобой, с тобой. Постой, стой, можно я с тобой, с тобой. Постой. Ребят, вы просите меня продолжать делать разборы, но они набирают немного просмотров. Поэтому скоро я буду делать разборы только для подписчиков Boosty. Подписывайтесь на Boosty, чтобы и дальше получать разборы крутых песен и поддержать меня. Да пребудет с вами музыка!